Надежда Маско, 26 лет, родилась в Саратове. Имеет специальность инженера, но в данный момент работает домохозяйкой и любящей мамой. Жизненное кредо – всегда готова и никогда не сдаюсь. Мне сразу захотелось принять участие в этом проекте. Хочу реализовать свою давнюю мечту. Первое задание казалось даже проще, чем я себе представляла. Я получила кучу положительных эмоций. Не терпится узнать, что же ждет нас дальше. Для меня этот проект как небольшое приключение. Жду новых поворотов и, конечно, трудностей. Только лишь справляясь с трудностями, человек делает шаг вперед и становится сильнее. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Пить, курить и летать я начал одновременно. Я летчик ВВС. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.